Всем привет! Сегодня будем готовить сердечки по-тайски. Нам понадобится приправа карри, мед и соевый соус. Сейчас мы возьмем ложку карри столовую и высыпем сердечки. Так, теперь возьмем чистую ложку. Возьмем ложку меда. Тоже сейчас польем, пусть оно стекает. И нам надо 6 ложек соевого соуса столовых. Раз. Два. Три. Четыре. 6. И тщательно перемешиваем. Перемешаем и поставим в холодильник до утра. И потом уже будем завтра готовить с вами. Периодически помешиваем уже в холодильнике. Насыпаем угли. Поливаем жидкостью. Поджигаем. Для быстроты розжига ставим мы вентилятор. Пока угли разжигаются, мы приступим к насаживанию шашлыка. Ребята, это тайская шапка народная. Тайский шашлык, тайская шапка. Ребята, вот так буду насаживать. Мариновалась всю ночь. Рецепт изумительный. Я в Таиланде только это и ел. Я еще закусывал, это обухал. Блин, закуска обалденная, под бухло было. В этот рецепт я не стал класть острый красный перец. Он сюда идет, ребят. В итоге здесь килограмм у меня сердечек. Это вся рецептура идет на килограмм. Ребят, насадил все. Смотрите, какая у нас получилась красотища. Теперь мы с вами что делаем? Берем маринад. Отливаем небольшое количество. Сейчас я, чтобы видно было. Возьмем масло подсолнечное. Добавляем немного масла, где-то, может быть, чуть меньше столовой ложки. Размешиваем. И идем готовить наш шашлык. Угольки наши готовы. Пора нам шашлычок уже ставить и готовить. Сейчас прогревание делаем, а потом я все покажу. Аккуратненько переворачиваем, греем. Вот уже запах пошел. Теперь берем наш маринад с маслом и чуть-чуть вот так вот. Все это дело мажем. Сейчас, ребят, переверну. Одной рукой неудобно. Оператора нету, приходится одному все делать. Так. Все, они начали уже готовиться в полном объеме. И вот так вот мы все это дело мажем. Опять поворачиваем. И опять мажем.
эта процедура необходима для вкуса шашлыка и сочности. Угли очень сильные, надо было бы, конечно, мне послабже чуть-чуть. Ну, какие есть, такие есть. Будем готовить в ускоренном виде. У меня специальная кисточка. И опять мажем. Это мы не даем пригорать, ребят. Прошло минутки три, продолжаем нашу процедуру. Я только что повернул. Красотища, ребят, я не знаю. У меня уже темнеет. Даже цвет приятный. Запах неповторимый, специями вперемешку с мясом. Поджариваться начинает слишком сильно. Вращаем чаще. Я ж маринад заканчивается. Бабахать начинает. Шашлычок уже практически готов. Сейчас уже скоро будем дегустировать. У меня потемнело резко. Так, наши шашлычки готовы. Пора снимать. Идем дегустировать. Пришло время дегустации. Буду дегустировать прямо с шампура. Ребята, изумительная вещь. Смотрите, как все получилось, обалденно. Сладкий такой вкус, непередаваемый. Сладко. Это надо пробовать, ребят. Вещь изумительная, рекомендую. Кому, ребят, рецепт был полезен, ставьте лайки. Кому нет, тоже лайки ставьте. Всем удачи, пока.